Здраво всем, с вами HillHearts, и сегодня мы с вами поиграем в одну очень интересную игру. Что же это за игра? Давайте мы посмотрим. Игра называется The Iron Oath. Да, надо же захват экрана сделать. Вот, игра называется The Iron Oath. Вот, это у нас, разумеется, фестиваль игр Steam. Я уже очень много игр накачал. Сейчас, если можно показать, нельзя. Ну, короче, штук 8 или 10 накачал, посмотрим. Игра, получается, сейчас доступна демо-версия. Игра еще не вышла, это важно понимать. Ну и давайте тогда теперь делаем захват игры. И возвращаемся в игру. Так, The Iron Oath, press Enter to begin. Поехали, это несложно на самом деле. Вчера, не знаю, наверное, минут 30 сидел, выбирал, что поскачивать. Штук 8 или 10 игр отобрал, и сегодня поглядим. Говорит, их слишком много, нам нужно валить. Двигайся, я буду прямо за тобой. Йорен. О, нет. У нас нету выходов. Нам нужно драться. Так, а это, короче, битва. Это пошаговое что-то. Я думал, это другое немножко. Ладно. Визуальный стиль мне уже очень нравится. Так, hold the line. Что это такое? Wait. А, я на пропуске. А это что такое? Return to Cinder. Так, это проклятый ходит. Проклятое прикосновение. Игра, обучи меня, как играть в эту игру. Пойти сюда. И дать ему по щам. Что это такое? Какая-то волна ногой. А, нужно прямо на его основание наводиться, окей. Но, ничего себе. А, это комбинирование, ни хрена себе. Как называется Sword of Light, меч света, поехали. Удобно. Так, победа. Нам дали штуку-штуку, лутол. Я кнопку, блин, шрифт не очень приятный. Короче, Агела побежала проверить Джорна. Но предельно ясно, что он, к сожалению, умер. Он, короче, сожалеет о нем. Он был хорошим мужчиной. Я всегда думал, что он, герой, типа. Много в нем героизма. Говорит, прощай, мой друг. Мы нужно... Vanguard should pay extra for this mess. Не, мы должны продолжить дальше, чтобы найти, сохраненное место, безопасное. Нам нужно повернуться. Он пожертвовал жизнью. И он хотел, чтобы мы вернулись. Блин, сложно. Блин, что так много текста? Да, русского языка нет вообще. Ну давайте, ладно, Клаус, и что дальше? Ничего себе. Most actions during the exploration. Let's cost time. Время. Ну, я так понимаю, нам дальше идти? To scout the pass ahead, we can all afford. Я как-то могу засканить местность? Я ничего не могу сделать. Идем дальше, наверное. На кнопку я можно скаутить. Так, здесь у нас битва будет. Короче, раут. Маршрут заблокирован. Мы должны сделать сделку с бандитами. Защищена большой кучей бандитов. Move the rubble aside to clear a path. Давайте попробуем второе. Pass before you. Вроде все получилось, да? И нам даже не придется с ними драться, я правильно понимаю? Нет, придется. А зачем тогда? Блин, как-то очень странно. Так, и нам теперь нужно как-то драться. Я так понимаю, это мелкий танк. Овершилд. Давайте овершилдом бафнемся. Давайте, например, вот этому мужику дадим овершилд. Так, их 30 штуки, ё-моё. Блин, я думал вообще про другую игру, ну ладно. Убирает все негативные эффекты. Это какой-то channeling. Waging defense. Давайте вот это бахнем.
Анимация красивая, ничего не могу сказать. Это, короче, бафает атаки огнем. Они пускай сами подходят к нам. Ой-ой-ой, ничего себе. Это какие-то нехорошие эффекты. Так, что мы можем сделать? Holy damage against a single target. Я, в принципе, могу это сделать. Красиво. Плюс еще огнем бафнули. Сейчас тоже даже будет, да? Нет, не будет. Нет, достал. Так, дружище. А прыгает, наносит. Давайте бахнем. Блин, красивая анимация. Давайте просто фаер дамага добьем этого. Красиво. Так, теперь наш ход. Может быть, опять овершилд сделаем? Хотя он вроде висит. Хилить тоже не надо. Я могу, наверное, отойти немножко вот сюда, допустим. Давайте мансанем чуть-чуть. И пропустим ход. Что это за эффекты, не могу понять. Надеюсь, они новых не будут хотя бы призывать. Так, братан. Этого нет. Хелс. А, это хилка. Evasion defense. Блин, а я не знаю, что сделать, честно сказать. Я могу подойти, наверное, и просто стукнуть, возможно. Ну да. Такой пафосный удар. Так, теперь ты, мужик. А почему ты не можешь кастовать? А, disable by dead zone. Я могу, по идее, тогда отойти? А, вы понимаете, это как в обычном... Он на страже стоял. Вот, теперь могу кастовать. Wildfire. Почему так близко все работает? Блин, ну давайте ей тогда опять огонь дадим. Так понимаю, Dead Zone, они не дают мне кастовать всякие фигни, это очень не круто. Почему я не могу ударить? Могу. Просто было бы круче, если бы была анимация меча. Давай добьем. Блин, а как долго щит держится, это просто мое почтение. Давайте бафнемся, могу кого-то своего забафать? Нет, не могу, только себя. Ну, в принципе, можно попробовать сюда подойти. Но все равно не сделать это. Ну, тогда бафаем нашу тянку. Наша тянка будет рубить. Вот, дамаг пошел. Запинаем его просто. Я могу обойти через всех. Просто зажать в углу эту собаку. А, ход кончился. Ну и ладно. Легко. Нам дают всякую фигню, мы все лутаем. Так, и теперь у нас развилка. Ну давайте пойдем сюда. А что если нажать скаут? Сундук, погнали на сундук. Injured, кто-то устал, да? Bandage, stabilize, injured. А, ранен. To everyone keep their eyes open, as you must press on the random party members. Sleep condition. У нас напал кто-то во сне? Не понял, ладно. Так, у нас есть. Давайте откроем, конечно. Получено перевязочный бинт. Так, а куда нам идти? Давайте сюда заскаутим. О, король какой-то там сидит. А сюда заскаутим? Нельзя. А давайте тогда потихоньку сюда пойдем. Главное в нашем деле осторожность. Что это такое? Короче, нужно пройти через ужасы этих пещер. А, это, видимо, босс, типа, атака была. Что-то... Ой, а кто это такие? Ни хрена себе. А почему ты спишь? Алло, тянка. О, господи. Так, ладно, бафаться нельзя. Почему? Надо было отдохнуть. Я бы чуть-чуть перестроился. Если честно. Может, попробуем поджечь? Вдруг это что-нибудь даст. А что это такое? Defense, evasion, movement. Видите, наполовину красным. Ну, не наполовину, на часть.
Она всегда, что ли, спать будет? Уходить, видимо. Я ничего не могу сделать. Блин, все плохо на самом деле. Ого. Так, а я могу как-нибудь красиво это замутить? Это, наверное, хилить надо нашего. Давай тебя похилим. О, нормально, красиво. Главное, чтобы у этих обилок откат был. Почему-то щиты тоже не могу делать. Давайте поближе встанем. И, может, еще хильнуться успеем. Давай. Чё-то я не понял. Как-то он хреново хилился. Но я могу подойти, в общем-то, и навалять ему, по идее. Нет, у меня ход кончился. Кто же знал-то? Много ребят ходят. Что это? Непонятно. А это что? Давай вот это бахнем тогда. Потому что щит в тот раз мне очень понравился. Блин, хорош моего мужчину бить. Во. Single target. Damage to ourselves. Давайте этим бахнем его. А сколько у него вообще хп? Не так уж и много, кстати. Так, мужика надо хилять срочно. Почему ты не хилишь его? Почему? Она не видит его, что ли? Блин, мужик, когда тебе придется выживать? Почему ты не лечишь его? Я, наверное, его выделить просто не могу. Не могу. Я не могу понять, почему я не могу того бить. Вот этого мудня не могу выделить. Ладно. Очень непонятно, как это все работает. Так, ну теперь, наверное, пора драться. Strike twice, teleporting location, pushing current position. Давайте вот этим бахнем его. Я думаю, он забьет его. А почему он три удара не сделал? Очень странно. Так, нас немножко подожгли. Подожгли, ну бывает. Задушить этого хотят от собаки, а? Похилить все еще не могу. Наверное, не достаю. Так, ну минус псина. Обидно. Надеюсь, его как-нибудь можно будет заресторить. Нормально, так, с двух ударов сюда. Ты еще живой, что ли? А, у него какой-то еще экстра лайф есть. Ничего себе. Можно полечить? Вообще нельзя. Вообще нельзя. Ослепляет цель на два хода. Ну давайте. По идее, он не будет ходить. Надо эту негодницу выбить из игры. Ну давай тогда вот этим бахнем эту козу. А, я не могу ее бить даже. А почему? Очень странно. Очень стильная анимация, конечно. Так, ну этот еще жив. Погнали, двигаемся. Почему его нельзя лечить? Что здесь с анимациями? Ну давайте козу заблиндим. Она же ослепленная, как она бьет ее? Необычно. Минус 10 духа, братан, живи. Ты должен жить. Сингл дамаг, поехали, бабах, поджигаем козу.
дебафает только так. Я думал, этого заденет. Уснула зачем-то. Так, ну нам было бы неплохо сходить. Надеюсь, он выжил. Теперь нам по-любому как-то отдохнуть надо. Gain a good sense of your surrounding, your detonation. Я понял, типа чем дальше мы идем, тем больше у нас вот такой фигни дополнительной появляется. Можно как-то отдохнуть. One health. Этого давай. Перевязать тебя надо. Я понял, как это работает примерно. Угу. Нормально. Это что такое? Недоступно. Недоступно. Хорошо. Тогда идем дальше. Какое-то событие. Какой-то огонек видим впереди. Let head slow round the cover. Just... Остановиться давайте. Не, давайте лучше... Ой. А, мы зачистили арену. Так, и что можно сделать? Это мы бафнулись, походу. Ладно, continue. Loot continue. И, наверное, все закончилось, да? Так, короче, continue, молодцы мы. И это типа все вот это можно исследовать? Travel to the Hastenhold. Hastenhold, где он? Вот сюда. Pop travel time estimate confirm. А вот это мы здесь были. Охренеть. Closer look. Давайте closer. Посмотрим поближе. А, снова битва. Parties, короче, здесь враги, враги. Спасти, короче, помочь Валькирии. Очень интересные разговоры, да-да-да. Так, хорошо, поехали. Так, наверное, мы бахнем щит. Я свои буду защищать, сорян. Так, мужик, ты, наверное, ничего не делаешь, ты просто стоишь. Ай, больно. Ого. Лай. Прикольно. Next rounds. О, это, короче, танк жесткий, я понял. Так, а у тебя особо делать-то нечего. Ну, давай сюда куда-нибудь отойдем. И пропустим ход. Че он завис? Я двигаться не могу. Не пойму, что происходит, честно. Так, ну пойдем тогда в бой, я не знаю. Надо было вверх идти. Так, дамаг пошел. Музыка жесткая, кстати. Ой-ой-ой, хорош. Можно просто подойти и дать ему по щам? Нет, ходы кончились. Так, оружие тоже не могу сделать. Ладно. Будем поближе подходить. Target cell any direction. Давай сюда. Прикольный скилл. Можно, короче, типа корни повесить. Не понял, что я сделал. Короче, еще разбираться и разбираться. А что она делала? Бесполезная девка.
Типа какой-то крутой дамаг был. Надо бы его полечить. Так. Типа, загрел их всех на себя. Блин, мужик, не повезло. На самом деле, максимально бесполезные персонажи. Ну, либо я просто не умею ими нормально пользоваться. Так. Лечить надо старичка. Ты просто пинай тогда его. Как-то маловато урона будет. Пора же добивать его, жопошники. А можно его полечить? Да, слушайте, это легко. Понял, плюс принял. Давайте спрячем его. Нормально, живем теперь понемножку. Вот, и теперь можно бить. Просто поджег, что ли? Давай полечимся. Так, кто ходит? Видимо, не я. Кого мы ослепим? Давайте с фулл хп ослепим. Не знаю, конечно, что это дает. Хорош. Плюс немножко хила. О, он и своих бьет, елки-палки, кто же знал. Нет, там по-любому было написано, но я тупанул. Жаль, вот так своих нельзя хилить на кнопочку сверху. Как он выжил? Бафнемся. Зря, наверное, я туда прителепортировался. Ну и просто добиваю его. Е, мы справились. О, новая пупа даже. Так, спасибо, говорит, спасибо, да-да-да. Ух, как, ну просто на английском все сложно. А, и все, что ли? Блин, клево, мне очень понравилась демка. Анимации великолепные, вот серьезно, просто на удивление. Ну, блин, осталось дождаться выхода, не знаю даже. Ну, выглядит прикольно, буду рад почитать ваши комментарии. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.